боевой. Рычит уже. Не ложи на дороге, пошли в сторону, отойдем. Сейчас тут будут люди ходить, будут топтать. Где маленькая? Что случилось? Побил кто-то. Больной. А, он просто боится. Давай всем трошки туда, давай. Подожди, Ева. Ева, трошки в сторону давай. Все ж боятся есть тут на куче. Они ж дерутся между собой. Бросай, бросай, много бросай. В сторону бросай, разбрасывай. Вот так. Всем давай. Котенку он тому туда брось траву. Он боится других котов. Да. Туда дальше кинь ему. Еще одну кинь. Еще одну кинь. Тому кинь в траву. Ну на асфальт не кидай, прям на травычку ложи. Он серый там боится, кинь ему дальше. Подожди, хай подойдет, он же не видит. Ай, ты хорошая, пришла погладиться. Ну дай ему поближе подойди. Ой, убежала. Кошка, тебе не дели. Мама, этот больше... А, этот кто? Просто они такие похожи. Вот этот черный, это домашний. Так, давайте посчитаем котов, сколько тут их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Там еще задно. Одиннадцать, двенадцать. И 13, там котенок ушел. И два котенка. 13, 14, ой-ой-ой, а было меньше 10. Кто-то выбрасывает животных на улицу, выбрасывают котов бедных на улицу. И не понимают люди, что животное долго не живет на улице. Оно перемерзает, его могут собаки разорвать, болеют. И очень быстро умирают эти животные. Вот так вот, видите, задыхается, сидит котик. Плохо ему совсем, кричит. Вот тот черный. Да. Что-то там. Что-то болит у него. По-моему, наверное, там, где дышать. Почему они так мало едят? На траву там повыкладываем. Это что, все или еще кто-то? Может, ты боитесь подойти? Да. Кирочка маленькая. Ой, это... Тебе все не хватает, не до валяться сколько. На траву пойди высыпь все. Тому больному котику, который кричит, дай ему побольше, возле него положи. Положи три крылышка возле него. Вот, сошла мороз. Ну, бедные животные, некуда их забрать, у самих 15 котов дома.
А у кого-то ни одного кота нету. И нету ни милосердия, ни жалости животным. Кто-то вообще берет их, выбрасывает на улицу, держит, потом выбрасывает, как игрушку. Печальное зрелище.